Добро пожаловать в школу сельского предпринимателя. Это специальный проект Архангельского центра социальных технологий «Гарант», который был запущен для того, чтобы помочь жителям глубинки создать или развить свое дело. К слову, «Гарант» уже больше 20 лет работает над тем, чтобы жизнь вокруг нас становилась лучше. Обучает активных людей, помогает создавать некоммерческие организации и развивает предпринимателей в малых городах и селах. Первая идея была найти активных людей в сельских территориях Архангельской области, помочь им познакомиться с такими же, как они в их территориях, и научить их менять жизнь к лучшему, делать что-то в первую очередь, конечно, в социальной сфере. За парты садятся как действующие предприниматели, так и новички. Обучение бизнес-технологиям разбито на 4 этапа и длится 2 месяца. За это время участникам школы помогают сформулировать и отшлифовать идею, оценить рынок и риски, составить бизнес-план и освоить инструменты продвижения. Очень много людей в малых территориях, которые развивают свои услуги. Очень сложно найти потребителя в своей территории, чтобы зарабатывать на этом. А когда перед тобой вся страна, то это, конечно, совершенно другие деньги и другой бизнес. Каждый из тех, кто приезжает на школу, мечтает не просто заработать, но и помочь месту, в котором живет, притормозить отток населения. С развитием бизнеса в глубинке появляются рабочие места, условия для счастливой жизни людей. Я социальный предприниматель и хочу, чтобы максимально быть полезной для нашего вельского населения. У меня пересмотр произошел, в первую очередь, в голове, потому что я такой человек, по сути, не предприниматель. Я вот уже как-то совсем по-другому стала смотреть вот на этот вопрос, то есть в себе вот сломала вот этот вот момент, стала более продуктивна. Локальный бизнес имеет свою специфику, поэтому в качестве учителей выступают опытные педагоги области, а также действующие предприниматели. Очень понравились компетентные педагоги, с которых легко и приятно слушать. Есть требования, жесткие, выстроенные к участникам. Коли Гарант в нас инвестирует, то Гарант и спрашивает за эти инвестиции. То есть это абсолютно правильные, честные партнерские отношения. За 2 года существования проекта выпускниками школы стали более 50 человек со всего Поморья, от Мизени до Котласа. Половина из них смогла запустить успешный бизнес. Но самое главное, в лице своих одноклассников они обрели не только добрых товарищей, но и потенциальных деловых партнеров.